Привет, дорогие подписчики и зрители наших каналов. С вами снова Джек Шепард, Артём и Артур. Мы продолжаем играть в Звездные войны. Всем привет. Убейте его Всем кто-нибудь. привет. И главное, с понтом все такие серьезные сидят. You gonna die. То есть не было этого ржача полчаса сейчас. Да. Тема останется за кадром. Никогда вы об этом не узнаете. Да. Ой, тут, короче, давайте соберемся. Хероик на самом деле аж плюс 4, поэтому нам сейчас. Ой, что-то я как-то вообще не туда напал. Легкую могут навалять. Да-да-да, могут. И он, дроид лечится, по-моему, вообще. А я не знаю, что он делает. Он сам по себе. Не знаю, бейте одного пока. Он не подконтрольный мной. Не подконтрольный мной. Простите. Да, тут, кстати, серьезно. Второй час ночи у нас с Артуром, поэтому. Это чё? Позавчера я писал до 3 часов ночи зомби-ю. Кошмар один. Да. Ты клёвый. Вот так вот. Нет, я не клёвый. Я ботан. Да клёвый, ну. А вчера мы с Дашей до 2 часов ночи писали «Властелин колец». Это клёво. Да, Джек Шепард тебя убьёт сейчас. Опять нет. Я не могу тебя подлечить, потому что меня самого убьют. Кто тебя бьёт? Покажи. Вон тот парень. Вон вот тот эти парень. Ребята. Какой из этих парней? Я, кстати, действительно сейчас смогу умереть. А почему ты меня не лечишь? Нет, теперь-то я уже тебя лечу. Да он стреляет меня до сих пор. Да я знаю. Он, я не вижу лечения. Никакой агрессии. Ой, не хочет. Нету. Ладно. Нету. Сейчас будет. Я просто промахнулся и начал. Просто себя навыка лечить. Вроде еще начал нет. Начал лечить того, врага, да? Нет, типа, себя. Может агрить. Только типа на, подлечись, а то настрой ты один. Джек Шепард, я сейчас упаду, возможно. Потому что я сейчас убью его сейчас, давай. Лечи себя, не, все. Не, мы сейчас себя завалим его. Все, все, нормально. Спокойно. Вот такой вот. На входе так нас встретили. Я говорю, да вы просто ломанулись. Героик. С этой совой. Просто. Сова. Сова, друзья. Отвечает сова, и все тут. Ага. О, подожди, тут кого-то поднять можно. А, дроид твой же валяется. Валяется мой дроид. Не бей его только, ладно? Просто въехал в стройку. Да. Сейчас я его подлечу. Давай. От того, что я рядом с ним сижу, он лечится. Ну, посиди со мной. Ну, посиди. Ну, пожалуйста. Так, что теперь? Много их. Давайте право, что ли, самого? По очереди. Да, давайте право. Дроид. Они все согрелись. Как ни крути. А это был не я. Ну, они тут они попроще все, да. Хоть чуть-чуть. Ну нет, вот тут опять, который со звездочкой. Ой, ну это давайте маленьких, ну, точнее, слабых убьем сначала. А потом вот этого, который в центре сидит и орёт на всех. Хорошо. Орёт? А, ну ладно. Я уволен вас. Вы все уволены. Да-да-да. Я горю. I'm on fire. Ничего-ничего. Бывает иногда. Ничего страшного. Че ты долго его бьёшь, нет? Да он какой-то вообще. А, он до сих пор стоит. Ой, 15 уровень. Какая прелесть. Круто. Добрый день, месье. Бей товарища, а то он меня убить хочет. Да ты охренел, что совсем, ну-ка. Ну-ка, Тёма, вздрогнули. Дрогнули. Да, ребята, вы опасные. Фу, так, а что мы тут делаем? Бьем людей. Героик. Не, ну понятно, что герой. Девочка же нас попросила что-то сделать. А, да. Тут... Пропал мальчик. Брата найти должны, да. Точно. Что это такое? А для того, чтобы мальчика пропавшего найти, надо убить всех. Естественно. Так, мне даже лечиться не... А, ты меня лечил, Артур, да? Ну и сам подлечись. Сейчас подлечусь. А я подниму пока твоего дроида. Спасибо. Здоровья. Дроид, давай лечиться. Короче говоря, паренек какой-то нарушил законы, его как пушечное мясо пустили на войну. Он там перестреливается с бандой темных светил. Да. Дроид в атаку. Подъехал сейчас такой и улетел. Все, пусть его все бьют, а мы бьем всех. Хорошо, можно и так. Ой, не, меня жгут огнем. Да всех жгут, кому легко-то. Мой так. Компаньон был побит. Мне может, нужно уже прокачать. Вызовешь?
Он все-таки получше вояка будет. А как я думаю, нам пригодится. Все, я. Я не могу его отозвать бой. Потом. Не могу, да. Мне хана. Мне тоже. Я вроде норм. Отступите маленько назад. Хотя, в принципе, у вас там более-менее нормально. Да, ну, нагрели уже, не получится отступить. Так, ладно, ребятки. Мне нужно что-то делать. Лечи меня, короче. Я твоих мучка попытался сагрить, Артур, но, по-моему, они им забить. Да нормально, нормально. Тебя бьют вообще, Артур? Вообще, да, меня сейчас убьют. Ну, тогда подлечивай себя пока. Все уже. Я уже умираю тоже. Их тут слишком много. Нам сюда втроем не справиться пока. Угу. Ну, я думаю, так, если будем захаживать потихоньку. Все, я погиб. Они-то не будут тут отреспауниваться. Так, все. Ну, окей. То есть, зовем тогда... Medical Probe. Да. Здесь появимся. А, Medical Probe. Блин. Да-да-да, а ты в медцентр, что ли? Ну, да. Я думал, вы откажетесь от этого квеста. Ну, ладно. Нет, мы хотим попробовать. Не, ну тут просто, я же говорю, они не респавнятся, поэтому... А, не респавнятся. Насчет восполнения здоровья, кстати, раз за разом можно приходить. А, ну здоровье у них по новой восполняется. Здоровье по новой, да, но... О, это будет геморрой. Ничего, это будет я долго. Сейчас приду. Долго, но как раз мы же говорили, что эта серия у нас будет как раз посвящена этому геройку. Ну, видимо, в итоге так и получится. Как бы еще на следующую не заходим. Не, ну на самом деле плюс 4 сложновато будет для нас. Если бы мы хотя бы были все 4 плюс, в смысле для четверых? Да. Ну да. Герой 4. То есть на... Не, ну это без плюса, тут просто на четверых. 4 плюс это значит на четверых и больше. А, ну понятно, короче говоря, все. Просто нам будет очень сложно здесь. Да, нормально. Вот и я. А вы не ждали? Никого. Них Ферштейн. С компаньона, Артур. А, блин, я уже ворвался. Да, он уже ворвался в стройку. Давай тогда как-нибудь, я не знаю, там, по целям. Давай просто лечи, короче, нас. Всех бить. А они по мне лупят. А, они, уже лупят. Они чуют. А я прыжком уже сделал, вроде бы, я думал, сагрел. Да вот они... На меня давайте тоже вроде как огрлись. Танкуйте, у вас там должна быть возможность. Нету ее пока. К тебе есть один пошел. Дальше. Пошел. Я вот даже прыжок делаю, но он не достает всех. Да, есть возможность огреть на себя, но она пока закрыта. А, парни. Все. Так, один мертв. Хорошо. Давай этого добьем. Подлечись. По чуть-чуть. Да, я уже подлечился, но все, мне хана. А у меня нет никакого medical проба. А уже его и не будет. Уже его и не будет. Так, а куда бежать-то? Я что-то заблудился тут. Саусы. Блин, я умер. Follow me if you want to live. И они такие все чик-чик-чик разбежались обратно. Live with me if you want to live. Так, вот этих бы лучше не трогать. Не получится, наверное. Короче, ну, я того мнения, что нам тут будут стучать. Да, это мы только вошли. Да, это мы на входе, а тут еще даже никаких там, типа, мини-боссов нет. Поэтому я предлагаю все так как-нибудь прийти попозже, если придем, конечно, если не забудем. Ой, ну если не придем, прям ничего страшного. Сюжетного важного там ничего нету. Стандартная отмазка. Ну а что, работает? Ну да. Опыт, да, не спорю. И классные шмотки можно получить. Да. Но, да. Не знаю, сложно. Ну, пока сложно. Они 16 уровня. В принципе, если вы 16-го, 17-го будете, как я, а я буду там еще чуть повыше, то... Налево. Да, я уже понял. Я вижу, ты такой идешь по дороге, не понимаю. И стоит такой, так, а, да. Мне нужна сова для совета, да. Да. Хрустальную сову в студию. Пожалуйста. Блин. А выносят Бориса Бурду вообще на подносе. Голова. Слегка прикрытого шелковой ткани. Припущенного в малине. Шелковая ткань. Куда вы, куда вы, куда вы, куда вы? Мы же не идем на гору. А что мы поперлись туда уже в автомат? Ладно. Давайте вообще. Давайте оставим эту затею. Откажусь от этого квеста. Abandon. Да зачем? Пусть меня висит. Нет, у меня не будет висеть. Я потом тоже отхожусь от него.
Так, хорошо, и что и мы 5 минут тут? Рассуждают о том, что не пойдем на героик и забегают в героик. Так, пошли сюда. Дальше. Follow me. Да ты там уже ушуршал куда-то, как я посмотрю. Я просто стою и жду вас. Хорошо. Мы теперь так будем вести летсплей. Да. Давайте шоу добры. Ребята, я вот временами думаю, кто из вас более упоротый? Все. Это он. Так, а... О, это тут нам надо поезд, короче, чтобы... Какой поезд? Чтобы пройти через защитный экран. Никакого поезда. Чтобы пройти через Бордо. Ну, пацан. Какой поезд? Поезд. Нам в диалогах говорили, что нужен поезд, чтобы пройти через защитный экран. Я не помню, какой поезд. У нас есть? Да-да-да, вполне возможно. Ну, кстати, у нас нет. Подожди. О, что-то зеленое по квесту. Вообще, нам по квесту, где нужно было брата спасти, девчонки говорили. Вот это там поезд, да? Да. Да, по-моему, тоже там. Ну, ладно. Вот тут вот можно пройти. А здесь мы... Пагать. А тут может включить... Тут можно пройти. Нет, тут можно пройти. А, ну вон, все ломят туда, пошли. Здесь мы, по-моему, решаем вопрос. Найдем как раз этот. Когда юстициары вломились на склад какой-то компании и забрали у себя, что ли? Нам нужно какие-то записи найти. Это то место, можно. Нет? Так, куда? К саботерам идем по квесту или как? Склад с оружием. Ну, пошли сюда, ладно. Так и быть. Ну, окей. Это что такое? Это с кого это такая прелесть вышла? Это с этого глюк? Пехотинца, по-моему. Это не глюк, это умение. Временами в этой игре не поймешь. Топнуло тебя, видел, или так и надо. Поэтому не удивился. Так, ну хорошо. Тут какие-то ящики уже все пооткрытые. Может, нам что-нибудь надо было в них там найти? Да, навряд ли. Что там, вызвал лифт, да? Вызывай. Да. Так, на maintenance, то есть... Maintenance. Прикольно. Я помню это место, кстати говоря. И тут сейчас будет, по-моему, еще один такой приятный парень, как помнишь, там, Хью Джекман. Не, а вот он тут стоит. Ну, они просто занимаются вообще хламом всяким по вселенной. Да, мусорщики. Да. Это знамо, знамо дело. Никаких бластеров. У нас нет бластеров. Это просто склад. Мастерская. Да, мы не с этими юстициарами, с которыми вы там воюете. Сдай себя, пожалуйста. Сотрудничай, и тебе не будет причинено вреда. О, отлично. Я говорил вам, ребята, что нам не нужно оставлять здесь эту инопланетную штуку. Вернее, не нужно было ее с собой брать. Забери ее, хорошо? Мы думали, мы заставим ее работать, но мы не смогли. Возможно, мы сможем спасти по-другому как-нибудь всех на этом уровне. Вы что, в какой-то опасности здесь, что ли? Да. Мы не воры, мы инженеры. Мы работаем, чтобы поддерживать эту зону безопасной и чистой. Но самая большая проблема уровня, что мы не можем починить воздушные фильтры, не работают. Сенат никого не послал, чтобы починить это, и вещи... Ой, ну то есть все становится еще хуже. Слишком много здесь людей живет. Это Коросант. Почему Сенат вам не поможет? Да их не беспокоит, если главная система работает. Без воздушных фильтров смог сюда быстро, ну, то есть все заполонит здесь. И для негуманоидов... Будет, да. В общем-то, это все еще тяжелее для негуманоидов. Скоро у нас будет эпидемия на руках. Что нужно сделать-то? Я не знаю. Ты работаешь с этими Гри, верно? Может, ты за нас словечко замолвишь? Если у нас фильтры будут работать... Ты о нас никогда больше не услышишь. Я знаю, о многом тебя прошу. Но скажи, Гри, о нас. А Гри — это те роботы, помнишь, такие, которые там 4 да, года? Да. Может, попросишь их, то есть, чтобы они рассказали, как починить это, пожалуйста. Ладно, скажем о вашей ситуации. Не знаешь, как много это значит для нас. Ты спасаешь жизни. Вот, это датапад, о котором расскажет, то есть, все, что нужно. Просто покажи его им. Я объясню все о ситуации.
Такие дела. Так. Прикольно. Нормально. Все, отсюда можно уходить, да? Толково. Вот смотри, печь какая. Нет, тут прикольно, да. Давайте гореть. Ты в печку ушел? Нет. Давай погреемся, на самом деле. Окей. Блин, а что они там жгут? Они жгут металлолом. Зачем? Ты ничего не понимаешь. Вполне возможно. Так, ну что, поехали отсюда. Куда нам обратно? На территорию юстицаров. Территория. Территория юстицару. Территория юстицару. Так, и нам сейчас нужно выйти и подняться на второй этаж там как-то, что ли? Не знаю, сейчас разберемся. Короче говоря, обратно по этому, Джек Шепард, тебя тут ударили, как они могли. А-а-а, больно? На да тебе меч. Шоколицы эти. Ой, как ей не повезло. Больше не повезло, по-моему, только моему мастеру. То есть, избили ее толпой, ногами, руками, там, челюсть свернули, глаз выбили. Пожилую женщину. Там такие, ты была опасна, мы вынуждены были. Защищаться. Мы были вынуждены. Она сама. Да-да-да. Она представляла опасность. Да, представляла... Это была самозащита, да? Перед советом такие ответ держит, да, такие. Да она сама начала. Руки такие все костяшки в крови, да. У троих именно. Да. Ничего не знаю. А что она зарыпалась? Первый раз слышу. Не, а что она? Чё, это она все? Бил бы я бабушку. Бабушка бы умерла. Так. Так, что нам тут надо сделать? Нам тут нужно... Нужно какой-то пояс получить. Ну, помнишь, чтобы, то есть, зайти... Да-да-да, понятно. Ну, мы, кстати, прошли уже мимо этого щита только что. Да, так, как бы. Так что не уверен я, что... Да потом, ну. О. Ты какой борзый, смотри, да? Сейчас я обойду вас сзади, вот так вот, оба. Вошло, нормально. Так, о, все, вот и он. Я получил. Да, все его получили. Бежим дальше? Ну, как бы... дальше нам нужно. Да. Нам нужно дальше. Тихо. Не забываю вскрывать сейфы. Так, нужно немножко починиться. Какие сейфы? Ну, у меня же специализация взлом. Какой сейф? Ну, я не могу. Его, потому что... Какой пацан? Кстати, что ты говорил о сейфе? Нам вообще направо. Да, но там уже один ворвался. Чего у меня с руками опять? Опять это вы сделали что-то? А нет? Я одного заломал. Везет. Ну да. Так, и теперь я буду тебя лечить. Давай. А то там что-то у тебя. Сейчас я только шарлю кинул, на это сделаю. Да нормально, вот эту вот мелочь надо убить, чтобы она тебя не отвлекала. Где Джек Шепард? Джек Шепард. Я бью кого-то. Да, конечно. Просто убежал. Ладно, бьют меня. Да никто тебя не бьет. Не выдумывай. Добить жену. Нет, не выдумывай. Глупости говоришь. Добей ты его, ну. Добрый день. Блин, ну ты... Ворвался. Так, сюда? Ну, да, вообще сюда. По карте просто. А, ну да. Окей, там два робота Вертера, но их бить не обязательно, мы не будем. Вертера? Не будем, ладно. Два робота Вертера. Роботуру Вертера. Вертера. По-моему, нам не сюда. Почему? Голые мужики лежат. Все в порядке. Да не, мы, наверное, сейчас просто обойдем через эту... А, ну, не исключено. Ну, баг-то. Там, да смотри, все равно там... тут по одному из квестов сюда надо идти. Герой Knights of the Old Republic 2 висит, наверное. Так, потому что там игра так начинается. А, ну да, точно. Может это... Да нет. Так, погнали, идите вперед. Вы у нас бойцы. Погни. А я никогда. Я не умею драться. Я откидываю людей. Да, я умею откидывать людей. Не умею бить их кулаками в лицо. Драться. Только своего мастера. Да. Женщину. Только женщин и детей. Старую. Только. Только. Только толпой. Да.
Вот сейчас мы идем по квесту... Нашему, в общем, по-моему. В общем, дроидов... Не, это какой-то, что? Это тут дроидов каких-то надо будет... А, собрать вот эти блоки данных из дроидов. Да. А можем пойти по квесту уничтожить вот этот как раз генератор. Я так понимаю, да. С поясом связанный. Куда мне будет? Кажется, вот это вот быстрее будет. Почему-то мне кажется так. Погнали. Не, без разницы, на самом деле. Просто и туда, чуйка. И туда идти надо. Просто ну, может, потому что я тут стою. Куда проходит. Первым? Сюда, значит, сюда. Вполне возможно. О, опять Леон Кеннеди усатый. Ну да. Смотри, а что это такое? Ух ты. Ух ты, Леон. Напоминает Оби-Ван Кеноби больше. Оби-Ван Кеноби? Да. Ну, больше похож. Молодой. Смотрел пародию этот «Пальцевые войны», что ли, называется? Пародия на «Звездные войны». Yeah. Как-то... Там, короче, пальцы вот на пальцы с помощью, ну, фотомонтажа, uh-huh. глаза и рот такие вот, ну, обычные живого человека uh-huh. поставили. И там все пальцы разговаривают. И вот полностью история четвертого эпизода «Звездных войн». Фига себе. Короче, очень смешно. Того Оби-Вана Кеноби звали... Оби-Дуби. Бенуби. Да-да. Советую посмотреть. Главное не забыть. Ну да. Так, тут для смаглера у нас. И там этот Чубака такой, волосатый палец с когтем на голове, короче. У него морда такая, зубы страшные там. Блин. Это просто ржачно. А Люк нытик. Как всегда. Такой, but I can't. Ну, понял. Че Джек Шепарда бьют сегодня? Потому что я не знаю. Врывается. Против меня не настроено. Бывает, понятно. Давай Джек Шепард подлечись. Ой, я нашел один из Memory Core, кстати. Ты, а я еще ничего не нашел. Где ты его нашел? Прекрати. В ком? В ком ты его нашел? Да, смотри, и правда нашел. А ты Джек Шепард не нашел? Нифига не нашел. Вот тут сейчас, возможно, из этих выпадет. Тут дроида просто надо убивать, и из них может выпасть. Я только людей вижу. О, что-то желтенькое. Ну вот, тогда оно и есть. Во-о-о. А что? Вот. Теперь нам надо в другую часть этого комплекса. Пошли, не будем тех трогать. Волканов. Ну, короче. Там мне так кажется, что это они. Мы тут опять отреснулись. Господи, что ты, боже ж ты, ж мой же ж. Ты поляк, что ли? Пше. Ну, почему бы и нет? Пше что? Куда вы убежали? Мне тут разматывают. Мы думали, ты разберешься, и поэтому оставили всех тебе. Нет, ну я-то разберусь. Мне, честно говоря, просто плевать. Я понял. Так бы сразу сказал. Я иду вперед, и мне плевать. Разберемся, ты. Вот именно, да. На, вот тебя стреляют. Тёма, спаси. Ого, глянь, ты тут за тобой. Да, Ватага. Да. Такое впечатление, ага. Что они шли с нами от самого Тайтона. Не, на самом деле, мне бы сейчас помощь не помешала. На самом деле, я бью. Джек Шепард где-то ушел уже, квест там выполнил, наверное, парочку. Влетел, короче. Парочку уровней там. Фу, такие душные ребята, еле отбился. Еще один дроид, помните? Да, блин, нам не надо. Зачем ты его затронул? Нам не нужен еще один дроид. Да ладно, пусть трогает, может ему хочется. Потрогай дроида. Всякое. Да. Потрогай дроида. Потрогай дроида. Так. Не трогай дроида. Троним дроида. Погладь кота. Погладь кота. Погладь кота. Не пинай малыша. Пнем малыша. Пнем. Kick the baby. Пнем. Именно пнем. Да, только это в Южном парке было такое. Дровенякой. Да ты что, Джек Шепард? Временами ты просто капитан очевидность просто. Да? Да. Ну, Артур такой, я не смотрел, я не знаю, что такое. Нет, это даже я видел. Я уже раза три нажал эту консоль, и что-то не происходит. Ни черта. Может, потому что сейчас бой идет? Может, потому что надо не бить по ней кулаками, а нажимать действительно. Потому что бой. О, так, ладно. Все системы онлайн. Сканируем ядро памяти. Сканирование завершено. Записи. Lysanis Education. Че, вырубаем и уходим? Вообще, то есть неинтересно, да?
Доступны записи, в общем, приговоры этому Лиссанису. Кого-то, в общем, судили, убили, и вся семья, что-то там все молчат. Сейчас будет голограмма. Точно. Сессия 1. Допроса. Мастер Лиссанис, вас обвиняют в криминальной активности. Так. Закон по такой-то. Закону такому-то. Короче, он помогал врагам протектората. Что хотите сказать свое оправдание? Да невиновен, говорит. Это нарушение моих прав. Мой отец дал вам много денег. Он не будет рад по этому поводу. Да это не важно. Так, все, говорит, ваши слова записываются. Вы мне, говорит, даже не даете, то есть, честного суда. Это просто, говорит, исполнение приговора. Это самосуд! Да, да. Я буду жаловаться в обком. Издалека. Так. Может, так называемая девушка госпожа Дарья Фелтон, что-то... Госпожа Дарья. Да, она подтвердила ваше алиби. Несколько свидетелей, в общем, не в вашу пользу, говорят, что... Ну, и бластер нашли. Да, у черных светил. В этот раз у меня поймали. Но вы должны знать, что... Как я работал на черных светил уже, в общем-то, несколько лет. Еще с тех пор, как стал, как был мальчишкой. Короче, он за темных светил. Да, вы, говорит, проиграете эту войну. Темное светило взойдет. Как с тех пор, как вы... Как я стал мальчишкой. Вообще нам предлагают либо подтвердить, что юстициарцы невиновны. Можно, можно, да. Можно, короче, просто взять эти данные, а можно просто... А Артур не успел даже ответить. Да я решил вам... Я, кстати, секунду нажал. То есть вот так вот ты просто забрал эти данные, да? Но они как бы плохие, и мы все-таки решили по-честному поступить и сказать, что они виновны. Ну, по совести. Хорошо. Ладно, по совести, так по совести. Ну окей, а что так, ну как? А, конечно, конечно. Так, так, ну и... Квест, в принципе. Все, отсюда можно уходить. Да. Отлично. Еп. Тут такая мяснина, все всех бьют. Ну, они-то еще... Не выполнили, а мы выполнили. А никак мы. Неудачно. Да, прикольно. Так, так что... и что, мы бежим на соседний квест, да? Угу. Хватит зевать, Джек Шепард. Это непрофессионально, я знаю. Непрофессионально. Непрофессионально. Да. Смотрите, вот, вот наверх, да? То есть даже неба нету, просто потолок из зданий. Офигеть. Это почему-то Deus Ex напоминает. Угу. А мне почему-то кажется, что в таких помещениях клаустрофобия быстро разовьется. То есть небо целый... То есть, ну, а год, вот вы что, вот вы за мной бежите, я вас не туда вообще веду. Ну ты же у нас обычно... Сусанин. Вообще... Я тебе верю с того момента, как ты вел меня в Электрозаводск, а привел там в Красностав. Не в Красностав я тебя вел, а куда-то, конечно, в другой город. В Электрозаводск, брат. Нет, нет, нет. Мы из электро шли, по-моему. Я короче говоря, ты вел ровно в другую сторону. Абсолютно. Да, совершенно в другую сторону. Поэтому доверять тебе это мое святое право. Так, почему мы опять не туда зашли? Тут вообще ничего нет, понимаешь? По рождению, да. Тут нет ничего, посмотри. Ты что, зачем ты сюда нас привел? Да как тут нет ничего, Че вы? Просто блин, так, для справки, вон там в правом нижнем углу у меня 1.36 АМ. Это столько же времени у меня, сколько у Джека Шепарда. Поэтому да, его мозг сейчас не больше грецкого ореха. И выглядит примерно так же печально. Он скукожился. Да. Короче, Джек Шепард нас, походу, правильно вел. Ты на него зря накричал. Да, вот я пришел. Подумай. Тогда я тебя вылечу. И тебя вылечат. И тебя вылечат. Бегите. Не, все-таки тут нет никакого квеста, да? Да, блин, я уже давно вышел и пришел на квест. Доброе утро. Добрый день, мсье. Да ну какой добрый день, без 20 час у вас. Нет, у меня это без 20. 10 только. Без 20, 20, да. Без 20, 19. 20 без 20. Или 18 часов, 40 минут. Плюс сова.
плюс сова и Борис Бурда, которого выносят в студии на подносе. В шелковой вместо ткани. Совы вообще. Накинутой. Мне почему-то плохо от этой картины становится, как я представляю. Вообще. Зачем ты это представляешь вообще? Ну да, хороший вопрос. Я сказал, забыл и все. Ты руководствуешься, когда это представляешь. Так, это у нас что за квест? Групповой какой-то. Отвечает сова. Отвечает сова. А Бориса Бурда вносит в студию на подносе. Выигравшая сова получает квест. Ой, подожди, не ходи. Ты что несешь вообще? Какая сова квест? Знаешь, что куда-то 40-го уровня получаем, какой-нибудь супер-пупер квест, типа, что вы хотите решить, мы такие, в сову в студию, на Борисе Бурде. Хотел сказать, выигравшая сова получает приз Бориса Бурду, выигравшая сова получает квест. Совы сидят вообще в непонятках, что же происходит. Совы, по-моему, уже отписались. Когда я стал мальчиком. Не едь туда, Джек Шепард. Аккаунты удалили, вообще и улетели зимовать. Не едь, давайте тут же закруглим серию уже 30 минут. Я уже уехал. Я взорвал вот только что. Джек Шепард уже нехорошо. Господи, ну ладно, поехали. Я не соображаю. А я не могу приехать вам, пока бой идет, дело в том, что... Ничего, это нормально. Это да. Ладно, я тут после... А у меня опыт идет зато. Круто быть. Ну да. Рабовладелец. Ну хватит там бить всех, дайте приехать. Я так нет. Однажды на собственное день рождения попал, бой шел. У меня так брат умер, да? Нет, слава богу, братья мои живы-здоровы. Нет, ну то как на картинке, помнишь? А, да. Вообще, самый упоротый комментарий, который я видел. У меня так спускаюсь. Да куда ты спускаешься, там бой вообще? Да нормально, я успел. Не спускайся, прекрати. Тут сок с Борисом Бурдой. Борется. Что там, Чубака вмешался, что ли? Борис Бурда. Чубака, изображающий Бориса Бурду. Если вы думали, что это я того изображал, нет, это был Борис Бурда. А, Артур, куда ты напал, я лечился. Да нормально ты лечился. Да поздно уже лечиться. Тебе уже ничего не поможет. Поздно пить боржоми. В голове моей лишь совы. Да-да-да. Да, выполняю квест. Да, хватит, сова. Хватит идти вперед. Лечись, пожалуйста. Джек Шепард. Что-то останавливает меня. Хватит, ну, да. Идти вперед. Что-то, что сидит. Все, короче, давайте на этом, на самом деле, заканчивать. Да. Потому что вы видите, в каком Джек Шепард состоянии. Нет, мы-то нормальные. Нет. Стоп, ржеволосый пац. Вот давай с ним в следующей серии говорить. Нет. Ну, раз давай. Уж мы сюда пришли, то уж давай поговорим. В середине диалога просто выключим запись. Твоя сестра послала меня. Ты свободен. Ренни, но она же маленькая девочка, как она могла. И зачем? О, они убьют меня. Быстро. Можешь ты... Может, что-нибудь придумаешь? Или типа того... Чё? Спасибо. Да, словами попробую. Я не могу убежать. Пока юстицары... Короче, он в записях у этих юстицаров. Да, и они его снова выследят, если он сейчас просто так убежит. Я хочу помочь. Если хочешь помочь, нужно стереть, в общем, из их реестра его запись. Так, вот. Точно. Но этим а реестр уже... этого парниши мы стерем, сотрем завтра. Фулковый завтра. В следующей серии. Все в общем, ясно. Да, все, нужно отдохнуть, потому что время позднее, и как-нибудь потом засядем. Такие дела, в общем. Надеюсь, вам понравилось. С вами были Артём, Григорий и Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока. Всем пока.